Всем привет, с вами Саня, это видео про переделку одежды. До этого я не брала такие заказы, потому что я даже свой целый пакет так никак не переделала. У меня там есть платье, джинсы, чего там только нет. Но надеюсь, в июле я беру отпуск и хоть что-то из этого сделаю. Вот, а сегодня у меня на переделке вот такой жакет. Я его буду переделывать в укороченный жакет с юбкой и платьице. Платьице я покажу чуть позже. То, что вам сегодня понадобится, это жакет, нитки и швейная машинка. А, ну и ножницы, чтобы его покромсать. Поэтому приступаем к работе. Жакетик у меня выглядит вот так. Здесь у меня пометка юбки. Юбка у меня будет 38 сантиметров. А жакет точно не помню, но я буду мерить от плеча, вести одинаковую длину. И просто вот так вот отрезаю. Добавляю еще припуск 1 сантиметр сверху и снизу. А вот эта часть, она нам, в принципе, не нужна. У меня получился вот такой жакетик. Я сейчас буду еще убирать вот эти излишки от карманов, потому что они нам не нужны. И они будут только делать толщину в жакете, и мне будет неудобно его подшивать. Поэтому вот это все, что мешает, я сейчас быстренько вот так вот тоже отрежу. И вот такие две части у меня в итоге получаются. Пуговицы я отпарываю, потому что нам надо будет их пришить на другое место. Потому что жакетик у меня будет не вот такой, чтобы был большой разрез спереди. А он будет закрываться вот таким образом, чтобы закрыть дырочку. Поэтому сейчас я перехожу на манекен. Закалываю вот таким образом по максимуму по объему бедер. И сзади я еще буду добавлять выточки. Вот здесь я сделала пометки примерно из примерки. Но я сейчас буду это все мерить сантиметром и делать более четко. Если у вас нет манекена, но вы делаете для себя, вы меряете на себя по себе. И еще сзади я буду заштопывать вот эти разрезы, чтобы они не открывались во время носки. Прикладываю юбку. И теперь вот сзади мне надо заколоть вот эти места. Спереди, я думаю, что вот в этих местах мне тоже понадобятся выточки. И помечаю места для пуговиц. И вот так вот в целом будет выглядеть костюм. И выточки я прошиваю отдельно, только на части жакета, то есть подклад я не трогаю, складываю и прошиваю. Вот так вот у меня получается, я все зашила. Теперь подгибаю внутрь край жакета и край подклада, вот здесь я уже все закрепила, и делаю отстрочку. Под пуговицы я пометила все ниточками, потом я перешью вот эти пуговицы, то есть я их отсюда отрежу и перешью на это место. Еще здесь я добавлю дополнительную петельку и на вот эту сторону жакета тоже добавлю пуговицу, чтобы вот эта часть жакета не провисала. И все, мой костюмчик полностью готов. У меня на переделке вот такое платье. Из него я буду делать топ и юбку. Платье я отрезала плечи, разрезала рукава, отрезала, точнее, отпорола пояс и отрезала длину юбки, потому что вот это нам не нужно. Вот эти плечи нам тоже не нужны. Спинка там будет голенькая. Потом вот это я все буду обметывать на верлоке, подшивать. Здесь я тоже обметаю на верлоке, сошью, вставлю резинку. Вот этот пояс я сейчас тоже буду выпарывать. И вот такой костюмчик у меня получился. Если это видео оказалось для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Саня, всем пока-пока!